На, иди, на. Бешки, бешки, бешки. На, мое золото, вот. Иди отсюда, буду. Мешает снимать. Пугает овец. Вот это ярко годовалая. Вот идет годовала. Эти вот ярко годовала. Вот эти по 6 месяцев, наверное. Ну, это мамки старые, вот по 6 месяцев. Вот, вот баранчик побежал. Это мамки все старые. Значит, вот ярко годовала. Вон тот баранчик тоже племенной, на племя хороший. 6-месячный. Вот ярко. Вот ручная. Мелкий. 6-месячный. Тоже хороший такой. Вот тоже ручной. Это вот от этой мамки. Вот от этой мамки. Да, вот годовалая. Годовалая 6000. Вот эти вон стоят все. Рядом со мной он на меня прыгает. Вот. Эти по 4000. Ага. Меня палец кусает. Мамка. Вот эти. Мелкие. Но ручные, хорошие. 4000. 4000. Вот баранчик 4. Вот прыгает. На меня залазит. Вот. А вот этих годовалых. Тут хороший баранчик вон стоит. Вот он. Может, чуть даже подороже, такой побольше. Рослый будет. Вот ярко годовал. Годовал их по 6 тысяч, я хочу. Яркий, хороший. 4-5 штук есть хороших. Сейчас еще. Сегодня. Вчера принесли ягнят. 4-1. Ягнят, ну слабый, наверное. 2 будет. 4-3 ягненка, 3-то все нормальные. Так что сейчас вот надо продать. Маленько лишний, как бы уже много у меня получается. Еще не стриг, вот линяет мамка сама по себе. Так что вот такие вот на весну у нас овечки. Вон стоит крайне, ближе к сараю. Годовала. Это старая. Это. Ей сколько? 6-7 лет. Мамка вот. Вот это самая первая. Там у курей зерно и вода. Мамка идет. Ей бык ногу повредил. За это так у ней задняя кривоватая ходит так. Она интересна. Заднюю ногу маленькая. Вот что-то так вот. Два у ней. Ярко вот это поменьше. Идет тоже ручная. Она ручная, и он от нее стоит вон она у поилки. Ее второй. Во-во, бежит. Вот это ее. А это ярочка такая от нее. Ну ладно, все. Кому интересно, значит, продаю я в Тверской области, в Тверской, в Калининском районе. Могу привезти, кому что надо. Но продаю только здесь по месту. Никуда ни Узбекистан, ни Таджикистан, ни Казахстан ничего не продаю. Так что не пишите, не надо.